Очень интересный сорт с красивым названием. Я раньше не сажал, но он такой уже не новый. Хорошо, в принципе, тоже нагрузил. Внизу помельче плоды, но есть. Это Malibu Pineapple. Ананас Malibu. Я надеюсь, это не пересорт. Вроде похож. Правда, плоды вот вверху будут крупненькие. Ниже плоды почему-то он завязал не такие уже и крупные. Вообще, сезон странно колеблется так... Там по одному, то есть нету никакой стабильности, каждый сезон он вообще в принципе разный. Вот. Сейчас будем пробовать этот Malibu Pineapple. Красочный биколор Malibu Pineapple. Там, конечно, есть побольше плоды, которые, скорее всего, там 200 и более будут грамм после налива. А эти, наверное, чуть за 100. 160. Середнячок. На нижних ярусах маленькие, там 116. Там вот такая мелочь тоже есть. Там 70. Красавчик Malibu Pineapple. В этом году многие пишут, что не все биколоры, много вот этих сердечных биколоров народ посадил, но пишут, что много очень пресных сортов. Вот Malibu Pineapple я не пробовал, например, канадское наследие, которое в этом году посадил, вкусное, я знаю, оно сладкое практически, без кислинки. Что-то еще там вспомнить, с сердцем абрикосовой зебры не получается, все пересорт, надо еще искать. А так в целом, ну, можно найти сорта, которые прям очень-очень достойные, вкусные, с маслянистой мякотью. Разрез, если честно, бомбический, мясистый. В семенных камерах очень мало семян. Я так понимаю, семена даст более верхний ярус. С этого, возможно, сейчас семена не буду брать. Буду брать с правильной кисти. Ну и плодик покрупнее выберу для заготовки. Ну что, маленький король и принцесса, будем дегустировать? Да. Так, секунду. Так, держи тебе. Кто тут? Вот такую красивую половинку принцессочки. А я вот этот попробую. Сердечный разрезик такой красивый. Он действительно маслянистый, хорошо маслянистый. Такая плотная мякоть такая. Если резать в салатик, она будет как раз такими кусочками, как надо, ломтиками. Вкус у него насыщенный, кисло-сладкий. Не супер яркий, но очень достойный. Послевкусие, наверное, биколора с такими тонкими нотками вот этой вот ананасной кислоты такой, когда ананас кушаешь. Потому что у томатов кислота всегда разная. Особенно, когда это от пигмента цвета зависит еще. У красных помидор по одному, там у сложных там биколоров, триколоров еще по одному, там на разные зоны как-то действуют. Там здесь, на кончике языка тоже сладость, кислота там и так далее. Этот вкус очень хорошо растекается. Когда ты его ешь, он такой слегка многогранный. Ну, почти закончилось? Угу. Все? Да. Ну вы быстро, я не успел даже раскрыть тему, рассказать красиво. Вы уже взяли, мы как будто вас не кормим. Мне просто очень понравилось. Ну приятного аппетита. Malibu Pineapple. Норм, хороший сорт.